Как сделать обычный субботник веселым и интересным для всех? Как привлечь больше людей? Чистые игры – это экологические командные квесты. Мероприятие организуется как небольшой фестиваль. Люди делятся на команды и в течение 2 часов собирают мусор, соревнуясь с другими командами. На старте они получают весь необходимый инвентарь, карты местности и правила игры. Также участники используют специальное мобильное приложение, чтобы следить за общим зачетом в онлайн-режиме и зарабатывать дополнительные баллы. В конце игры победители получают призы. На мероприятии играет музыка, есть пикник и различные активности помимо основного соревнования. Через правила игры мы знакомим людей с культурой раздельного сбора отходов. Раздельно собранный пластик, стекло или металл приносят игрокам больше баллов, и люди, которые раньше даже не думали о переработке отходов, сортируют их своими руками и понимают, что этот мусор может быть ценным ресурсом. Таким образом, главная цель игры — не просто убрать территорию, потому что через несколько месяцев там снова может быть грязно. Главная цель — экологическое просвещение. Через игру мы помогаем людям всерьез задуматься над проблемой мусора и показываем возможные решения. Мы хотим поделиться с вами нашей игровой методикой, потому что верим, что этот формат может действительно эффективно вовлечь большое количество людей в решение экологических проблем. Чистые игры. Играйте на нашей стороне.